Ничего. Нет. У меня скутер есть, мне скутера хватит. Я. Я буду вторым номером с вами ездить. Всем привет, ребята! Приветы, приветы! Едем мы, короче, куда-то. Фиг его знает куда. Ух ты, блин! Вот это клоповник там попался. О, нейтралочка. Ну что, заеду я в эту горку? Не заеду. Фиг его знает. Буду пытаться. Походу батарейка села. А зачем мы не туда поехали? На второй лучше попробуй. Да, мне кажется, она тянет нормально и так. Все равно тут разгона нету, просто быстрее будешь рыть и все. Но. После них уже нормально. А мне после тебя будет вообще четко. Батарейка садится, наверное, у меня. Спорт 03 проблема, если карбюратор, снег падает, он глохнет начинает. У меня такого не было, но пацана в группе читал. И они там делают защиты, карбюратор, знаешь, как выжаки, блин, такие. Короче, херь разные. Что он там разувается? Здорово, пацаны. Так, а как бы залезть, чтобы туда не перевернуть? Подержи. Пихай. О, это... О, спасибо. Спасибо. Настоящий друг. А мне нравятся атаки. Прикольные. Звезда сзади здоровенная. На сколько? 52? 47? А, типа как у нас такие. Ну твоя звезда дешевле, смотрел, 1500 такая звезда. Никит, смотри, руками твой мотоцикл чистит, не палочкой, а руками. ГР-1. Да, ну, а ты на работу тоже? А? На работу? Нет. Ну и мне не. А? Николай, мы поедем или нет? Поехали, да? Через три дома живут, нашли же попиздеть. О, это друг называется. А это тоже друг.
О, это же Евген, ё-моё. Я знаю, кто это постоянно газует так. Вань. Евген молодец. Андрюха молодец. Стоя ездит. Никита молодец. А я на пятой точке езжу. Они весят по 60 килограмм, им легко, а мне я сотка. Как бы это, тяжело будет падать. Так хоть кочергу выставлю, если что. Здрасте. Поехали, там вон снежный плен впереди. Поехали, поехали. Все, пока вот это упорим сейчас в эту фигню. Я пошлю вас. Только не газуй сильно, я рядом. А я подожду пацанов. Это вон едет. О, нормалек так. Кайф, просто кайф. Давай, пошел. Что творим? О, пошел. Вот, все, приехал в атаке. Перемет. Передача, офигеть. На холостых. Тоже опасно, надо вторую включить. Ай-яй-яй-яй. В сапогах мокровато уже. Ну немножко. Не критично. Так, и 300 там приехал. Там мотор клеманул, походу. Мотор заклинил. Да?
Ты будешь меня усыновлять или что? А? Усыновлять? Что? Я хавал себе хочу. Это у меня это. Тик-тик-тик-тик. У тебя есть такая пимпочка сюда? Да. Не знаю, как она, ты можешь, она могла отвалиться. У меня есть новый, лежит, пока не ставлю. Сломаю, вот его поставлю. Да, да, да. У меня кнопка сломалась, я сейчас застрелил. Сделал, все, память открутил. И она, получается, ходит по ним. Грамотный ты чувак. Я у тебя научился зажимание не выключать. Лень, за ключом туда. Я думал, у тебя есть эта пимпочка. Ну, я знаю, у кого есть. У кого? Ну, там малого сломал. А, нет, он отдельно кнопку вывел на запуск. У него кнопка отскочила. Ага. И он отдельно эти провода вывел на запуск. Отдельная кнопка отскочила. А, это осталось? Да. Надо снять. Надо. Сними, снимешь. Ты не отставал от меня, да? Не отставал. Я даже на третью включил тихонечко на холостых. Я тоже на третью. Ну стрёмно, если перед поведет, будешь лежать прям. Ну. А мы туда ехали. Это ерунда, что мы туда ехали вообще, я не знаю, мне выжимал. Ну ноги стали промокать вот здесь вот. Где? Стали промокать? Да, на изгибе. Мы выехали на эту промокку. Не, у меня. Вообще, что это прям грамотный подход. А может, другие места есть какие-то альтернативные, ебать? Да нету, наверное. Нету? Нет. Ну, до посадки доехать и все, да? Как доехать? Смотри, на Николая. Ну, а что делать? Там вечером уже минус один будет, так что подморозит. Подморозит, по и носки у тебя ботинка, блядь. Да сейчас послушаем на костре. Ну, поехали, а что стоять? Николай уже потихонечку помчал. Да, Андрюха, прям такая колея. Пипец. Вот это пипец, пацаны. Одно радует, что в машине есть сухие ботинки. Ну, до машины еще километров 15-20, наверное. Пипец, тут реально надо сапоги резиновые. Мод парит, вообще пипец.
Жестко, жестко. Просто жестко. Снежный плен, вот фильм был год назад. Почти что повторяется херня эта. Ну? Летомод надо. А? Летомод. Ну сейчас ноги, стали мокрые. Нет. Да, Андрей, а шипы ему уж похеру. Ну что, как, Никит? Жестко, да? Тут он старики по 40 лет и то едут. Ну вот здесь полегче будет ехать. Вот здесь. Там солнце не так не топило, как здесь, за деревней. Ну да. Ну да. Hi, Bobby. Ну по новым следам лучше ехать, чем по старым чем-то. Вон, глянь, по лесу поехал и похер, глянь. О, по лесу,
Салют.